Замок водителя фракции. Я расцениваю поведение Алексея Гончаренко, нашего коллеги, как проявление эмоций. И более того, я разговаривал с Алексеем, и мне кажется, что он уже сам признает, что он слишком вспылил. То есть это была его личная инициатива? Да, вы его не делегировали? Это была его, личная эмоция. Хорошо, Алексей, а Алексей не думал о том, что после его эмоций эмоции могут возникнуть у наших немецких партнеров? Вы знаете, вообще я вам хочу сказать, что вот после вот этого вот слов посла, не заявления, не было никакого заявления немецкого посла, были просто слова из зондирующего интервью. Не надо путать слова из интервью и заявления. Это очень важно. На дипломатическом и международном арене это очень важно. МИД подходит. Не путайте нас, от ответа не уйдете. Да. Поэтому я хочу на него ответить. Так вот, говорю откровенно и прямо, что и вообще вот эти вот слова посла, они просто показали, каким образом сегодня осуществляет и воспринимает все эти подобные слова украинское общество. И это говорит о том, почему сегодня пробуксируют в том числе и Минский процесс. Совершенно очевидно, что Минский процесс сегодня буксует по двум главным причинам. Первое, Россия продолжает стрелять и убивать наших людей. И второе, позиция украинской власти сегодня остается непоколебима. Никаких выборов на Донбассе до тех пор, покуда наша территория не будет... Хорошо.